Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 99, упражнение номер 9. Из 20 кг свежего картофеля получают 6 кг сушеного. Сколько свежего картофеля надо переработать, чтобы получить сушеного картофеля 60 кг? 3 центнера и 3 тонны. Давайте сначала узнаем, сколько раз по 6 кг содержится в 60 кг. 60 разделим на 6, получится 10. 10 раз содержится по 6 кг в 60 кг. И мы умножаем на 20. 10 на 20 получается 200. 200 кг свежего картофеля нужно для получения 60 кг сушеного. В 3 центнерах 300 кг. 300 разделим на 6, это получится 50, и умножим на 20, получится 1000. 1000 килограммов свежего картофеля понадобится для получения 3 центнеров сушеного картофеля. 3 тонны. 3 тоннах 3000 килограмм. 3000 разделим на 6, получится 500. 500 умножаем на 20, у нас получается 10 тысяч килограммов, или 10 тонн свежего картофеля понадобится для получения 3 тонн сушеного картофеля. Можем записать ответ. 200 килограммов свежего картофеля понадобится для получения 60 кг сушеного. 1 тонна свежего картофеля понадобится для получения 3 центнеров сушеного. И 10 тонн свежего картофеля понадобится для получения 3 тонн сушеного. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.